Близится к завершению реставрации церкви Николы на Липне. Строители говорят, что работы перешагнули условный экватор. Усложняет процесс удаленность храма. Он расположен на острове более чем в 10 километрах от берега. Нашей съемочной группе тоже попасть на реставрационную площадку удалось не с первой попытки, но упорная Серафима Корша все же туда добралась. Добраться до острова Липна можно исключительно на водном транспорте. Каждый день рабочие на катерах проходят по 16 километров, чтобы буквально вернуть к жизни церковь 13 века. Все строительные материалы доставляют таким же путем. Сосновые доски весят немало, но без них восстановить кровлю невозможно. Реставрация кровли почти закончена. На церкви уже виднеется купол. В прошлом году установили крест. Если измерять работу строителей в цифрах, то 50% уже позади. Сейчас максимум внимания приковано к штукатурке. Это, как оказалось, дело непростое, когда речь заходит о памятнике культурного наследия. Усложняет работу мастеров живопись, которая таится в каждом уголке храма. Вот они, бортовки выполнены. И дальше вот аккуратно строители подошли. Видите, с этой стороны ничего не сохранилось, и строители аккуратно подошли со штукатуркой. Сохранить оригинальные фрески, увы, удалось не везде. Большую часть изображений пришлось воссоздавать заново. Во время Великой Отечественной войны здание почти полностью разрушили. Сегодня строители пытаются вернуться в прошлое. Не буквально, скорее прочувствовать атмосферу. Для этого в Петербурге специально изготавливают краску. Такую, какой красили тогда, 700 лет назад. Раньше работали в старину, понимаете, раньше не было ни цемента, ничего. И то есть у нас и штукатурные смеси, они все на основе извести. Известь идет в ход не только для внутренних стен. Как говорится, встречают по одежке. Так что снаружи работа куда более волнительная. Для того, чтобы все могло рассказать о духе того времени, реставраторы буквально провели расследование и выяснили, какого цвета был храм в момент постройки. Под слоем штукатурки специалисты искали любые зацепки. Вариантов возможной цветовой гаммы, как мы видим, было много. В итоге остановились на этом. Что-то между молочным и коричневым. Примерно так выглядела церковь в 13 веке. Фасад уже полностью готов к обмазке, так что в ближайшее время церковь приобретет первозданный вид. Для полноты картины не хватает отмостки. Но для того, чтобы начать работы в этом направлении, придется сперва пригласить археологов, дополнительно изучить территорию. Завершить реставрацию планируют уже в сентябре этого года. Серафима Корша, Андрей Шестаков, новости Новгородское областное телевидение.